Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info. Это планшет Asus ZenPad 10, и в данном видео я покажу вам, как настроить режим не беспокоить на данном планшете. Для начала мы откроем настройки, разворачиваем шторку уведомлений, попадаем в настройки, и здесь выбираем опцию не беспокоить. После этого мы можем настроить наш режим так, как нам более удобно. Например, если мы хотим, чтобы во время работы режима работал будильник, тогда мы отключаем вот этот вот рычажок. Если наоборот, тогда включаем. Также можем настроить, будем ли мы видеть мероприятия, сообщения, если мы будем видеть, то от кого. И ниже мы можем настроить расписание для работы режима. Ну, например, вот есть уже предустановленный шаблон с понедельника по пятницу с 10 до 6 на время сна. Если мы передвинем рычажок, тогда у нас с 10 до 6 будет работать режим режим не беспокоить. Ну и по такому же принципу мы можем настроить свое новое расписание. Ну и, собственно, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.